Привет, друзья, с вами Алексей Венгерский. Спасибо, друзья, что вы просматриваете мое видео, а я просматриваю ваше. Пишите комментарии больше. Я, соответственно, буду вам писать комментарии. И, значит, вот хочу сегодня свой обзор посвятить прекрасному магазину AliExpress. Я в очередной раз заказал там посылочку. Заказывал я там карту памяти на 16 гигов. То есть сейчас посмотрим, что там внутри в этой посылке. Друзья, вот эта карта. Сейчас мы посмотрим внутри на 16 гигов саму карту. А это просто такой вот переходничок. Сейчас посмотрим. Вот сама карта, значит. На заметку, вот такая карта на 16 гигов у нас в магазине стоит примерно где-то 680-690 рублей. Мне эта карта досталась в магазине, в интернет-магазине, буквально за 275 рублей. Это большая экономия. Но это еще, ребят, не все. Значит, придачу такие переходнички, целых аж 3 штуки. То есть они все рабочие, я проверял. То есть неплохо, можно, в принципе, кому-то подарить. Хотите, можете, в принципе, продать кому-то. По 50 рублей они могут уйти смело. То есть вот таким вот образом китайцы нас вот этим всем радуют. Необычаем. Ну все, друзья, на этом мой обзор завершен. Всем удачных покупок. Подписывайтесь на мой канал еще раз, кто не подписался. Соответственно, я подпишусь на вас, на ваш канал. И что, будем просматривать друг друга видео. Я ваш, а вы мое. Ну все, пока, друзья.